Вот он, настоящий нудистский пляж. Здравствуйте, с вами Александр. Сейчас я еду на Балтийскую косу. Есть вот вход на паром. Строили в прошлом году. Здесь покажу вам расписание. Такое. И цены. За пассажира детский 40. Пассажир с велосипедом 100. Просто пассажир 70. И так далее. Прикладываю. Без налога сработает? Билетик, она открывается. Вот вход на паром. Раньше просто будочка стояла. Ой. Двигается как. Здесь Тула. Еще один паром Нида. Там можно вниз спуститься. Если дождь идет, можно внизу. А вот там коса. Это видны ангары для гидросамолетов. Там находится крепость старая, 1869 года стройки, прямо на море. Отсюда ее не видно. Сейчас 4 часа дня. Народу немного едет на косу. Обычно все-таки люди пораньше. Ну и сегодня день будний. О, собака успела выбежать на берег. И села на входе. Провожает. Кто домой. Когда шторма, люди несколько дней не могут попасть сюда, на материк. Яхта плывет, заходит с моря. Я.
Обычно здесь очень большая очередь из машин, которые хотят отсюда выехать. Когда жарко, допустим, выходной день, то очень много. Люди даже днем занимают ее, чтобы уехать. Потому что там просто столько, что паром не может ни один, ни два сразу всех забрать. Приходится им очень долго ждать. Машины выезжают. Есть как какой-то другой мир так, на косе. Машин мало. Раньше вообще очень мало здесь было машин. Просто попадаешь как куда-то непонятно вообще куда. Очень было интересно, такая атмосфера стояла интересная. Сейчас это стало более популярное место и уже очень много народу. Съемка платная. Сколько рыбка стоит? Сейчас, смотри какая. Ну вот такая. 120. А вот это вот, это... Судак. Судак, да? А судак сколько? 160. 160. Хорошо. Ну, рекламу вам сделаю на ютубе. 120-160. В принципе, нормальные цены. Здесь вот один магазинчик есть. Шикарно. Есть еще магазинчик в центре поселка. Короче, здесь несколько магазинчиков. В принципе, сюда особо нет смысла заранее покупать продукты. Может быть, здесь они немножко подороже, но в принципе купить все можно. Вот есть кафешка. Покажу, сколько стоит покушать. Здесь есть прокат велосипедов. То есть сервис, можно сказать, развит на косе. Вот велики. У меня вот такой был нормальный. Да, конечно. Снимаем, да? Нет, у вас другой документ второй. Ага. Давно тут? Так, вы какие хотите, ребята? Сейчас 100 рублей, день 500, в сутки 700. Прогулочный, спортивный, подороже. Залог любой второй документ. Ниже машин. А, это? Знаешь, почему заворачивается? Чтобы цепь не слетела. Нет, она заворачивается тогда, когда не знает, как управлять. То есть, в принципе, можно взять велик на 2 часа, за 2 часа основные места здесь объездить, потому что здесь действительно очень много что можно посмотреть. Вернее, это все разбросано сильно. Поэтому лучше взять велосипед. Вот здесь что-то из янтаря тоже продают. Пачка. Такие цены. Мороженки 50. Привет. Я думаю, видны цены вам. Солянка 150. Вот рыбка у них тут неплохая. О, строганина появилась из пиламиды. 120 рублей стоит. Но, наверное, очень маленькая эта. Уплывает мой паром. Забыл взять паспорт с собой. А здесь ведь погранзона. Немножко можно здесь на километра 4 пройти. А дальше погранзона. В Калининградце можно без разрешения, но надо иметь паспорт. А у меня только права. Поэтому даже не знаю, что делать. А мне хотелось пройти очень далеко туда. Продается участок. Может, кому-то нужно собачку. Серьезно. Все, паром пришел. Все разъехались. И наступила тишина. Здесь что-то строят, наверное, какой-то магазинчик будет. Вот за что многие любят Балтийскую косу. Потому что здесь можно
просто спокойно отдыхать, без всякой шумихи. Идеальное место просто. Она по красоте такая же, как и Куршская. Здесь очень здорово. Можно жить в палатках. Очень многие люди приезжают сюда на несколько дней, ставят машину недалеко, ставят палатки и живут. Смотрите, какая вышка. Это для того, чтобы смотреть за фарватером, за кораблями, которые ходят для управления. Здесь очень много всяких домов построено, которые заброшены. О, велики из проката. После войны здесь были военные, и многие здания использовались. Но в 90-е годы это все заброшено было, стало ненужным. Здесь есть такие огромные помещения, в которых можно там спуститься. Они достаточно чистые, не сказать, что они там очень грязные. Здесь, в принципе, не так много народа, чтобы особо мусорить. Я просто помню, некоторые здания, они были вообще в идеальном состоянии, такие чистенькие, классные, из хорошего кирпича. Но их разобрали на кирпич. Не знаю, это кто его разобрал. Может быть, это официально разобрали, может быть, это просто разобрали на кирпичи люди, которые здесь живут. Ну, прямо жалко. Подвал, представляете, 1.5 метра высотой. Потолки просто идеально, все чистенькое. Просто идеально, идеальное здание. И это все потом просто было разрушено. Вот здесь вот начинаются ангары для гидросамолетов. Я туда пройду. Я встретил местного жителя, и он рассказал мне об этом народном памятнике. Представляете, это люди все сделали сами. Ну, как я уже говорил, вот, это передняя бронеплита танка Т-34, которая была обнаружена в прошлом году весной, примерно посередине Балтийской косы. Потом начали выяснять, оказалось, что в 1945 году в ходе боев сюда было переправлено 31 танк, который двинулся в сторону Польши по косе. А в Польше уже вышло живых только 8 танков. Это же сколько? Из 31 8. Это 23 танка? 23 танка погибли. Ничего себе. Именно здесь, на косе. Один из них. Тут вот видно, что это взрыв произошел боекомплекта. Вот попадание фауст-патрона, скорее всего. Вот это вот первое попадание Фауста, но, видимо, скользящий, не прожег до конца. А следующий был боекомплект, и танк просто разорвало на части. То есть, скорее всего, все погибли? Все погибли, но это не скорее всего, это однозначно, погибли все. До сих пор не удалось установить ни номер машины, ни тех, кто там был. Единственное, что вот мы знаем, тех, кто участвовал, танкисты каких подразделений. Здесь у нас были. Ну и вот после нахождения фрагмента танка было принято совместное решение местных активистов и поисковиков создать такой небольшой народный мемориал. Все, что вы видите, это все сделано на безвозмездной основе, своими руками, либо обращались в специализированные предприятия, как, например, 33-й судоремонтный завод, очень сильно помог, калининградское предприятие «Азби». Это все бесплатно, да? Все бесплатно, да. Это они плитку дали и положили, да? Они? Нет, положили мы сами. Выклали, да? Да. Очистили и покрасили это вот на судоремонтном заводе. Тоже бесплатно, тоже, да? Тоже бесплатно. Вот, была предоставлена отдельными предпринимателями техника для перевозки, вот, например, этой плиты. То есть она весит, вот она вроде выглядит небольшая, весит она тонна. А позднее, осенью, уже нашли люк механика. Он именно от этого танка, вот видно четко по сварочному мотору швам, что это конкретно именно от этого танка люк. И в этом году, перед 9 мая, мы его установили на место. Видно, прямо ваш выгнут, да, видите? Да, прямо вот, ну, четко видно по всем, да, этим. Да. Да, видите? Четко шов от этого танка. Вот, и я назвал его настоящим народным памятником, потому что это не кто-то обязал там
сделать это. Это сделали мы сами, решили, что это нужно, что люди должны помнить. Причем участвовали вот наши дети косовские, помогали делать. Я привлек внука своего, его друзей. Они тоже помогали, и вот такой памятник получился. Отлично, конечно, что так вот. Спасибо за то, что рассказали. Приобрел в местном магазине схему Балтийской косы. Поскольку я забыл паспорт, мне дальше взлетно-посадочной полосы идти нельзя. Иначе будут проблемы с пограничниками. Мне об этом сейчас объяснили очень хорошо. И я нарушать не буду. Ну, конечно, можно, но какого-то смысла в этом нету. Потом разбираться с ними. Вот здесь, видите, какие ангары. Там еще под низом, под этими плитами, есть дырки, туда можно залезть. Не знаю, можно там что-то найти, нельзя. Вот, например, тоже провал, ну тут он завален, а там есть прямо такие большие, где можно тоже зайти, там вода стоит. Наверное, немцы там какие-нибудь прятались, когда штурм был, и раз туда заныкались, и все. Наши использовали вот это вот. Здесь была авиабаза, чтобы пользовались, но особо не восстанавливали. Как сказал местный житель, что особо восстановительных работ не было. Так, рамы это наши. Да, наверное, вот это вот наши пристроили. Что-то все-таки наши делали. Ну, туристы на великах. Посмотрите, какие потолки. Так это все необычно сейчас смотрится. Эти стойки из железа. Внутри заложен кирпич. Вот это гидрогавань. Это ангары для гидросамолетов. Видимо, часы там были наверху. Пойду пройдусь, покажу, как там внутри. Сюда приплывают на яхтах из Калининграда. Там есть место, куда можно поставить лодку. Здесь были ворота, это все закрывалось. В последнее время разбирается много чего. Я помню, что вот там вот напротив были еще окна, немецкие рамы стояли. То есть они там открывались так достаточно оригинально, необычно. То есть по всей длине были окна внизу вот. А сейчас этого нету. Наверху дырки от снарядов. От бомб.
Какое здание огромное. Можно по лестнице подняться сюда. Вон, видите, остатки окон наверху. Остатки рам от окон. И системы открывания торчат. Калининградской области очень много интересного можно посмотреть. Всяких бункеров, чего только тут нету. Если, конечно, тебе это интересно, подобные вещи. Здесь, кстати, очень много надписей людей с разных городов. Еще когда был Советский Союз, и на стенах они писали, когда у них там дембель будет. Так интересно, прям история. Видите, впереди еще раз, два, три, четыре таких больших ангара, и они все разные. Еще один ангар. Этот пострадал сильнее. Ласточки или стрижи. Здесь на него можно подняться. Там впереди лестница, и можно подняться на самый верх. Поднимаюсь наверх ангара. Тут нет никаких перил. Достаточно опасно. Подниматься еще не так страшно, но спускаться страшнее. Я вам сейчас покажу, почему так. Народ постоянно здесь поднимается. Какая обзорная площадочка. Отличная. Ой, девочку. Не ожидал кого-то здесь увидеть, испугался. Вот здесь такое место достаточно опасно. Подниматься не очень страшно, а смотрите, как спускаться. То есть ты по лестнице спускаешься, и все, и туда вот споткнулся и улетел. Поэтому так вот. Здесь, наверное, стояла зенитка, скорее всего, и она это вот обстреливала, защищала. Что здесь девочка одна делала, интересно? Какие странные люди здесь живут на Балтийской косе. Обзор, конечно, здесь хороший. Пойду спускаться. Нет, ну как-то вот не по себе. Надо бы здесь, конечно, что-то натянуть. Это берег залива Гидргавани. Водичка, в принципе, чистая для залива. Залив теплее, чем море. Но купаются обычно в море. Заросли облепихи. Даже пробраться через них невозможно. Потому что весь исколишься. Люди приезжают сюда собирать облепиху. Облепиха, вот шиповник. Как он красиво цветет. Или это роза такая. Это какой-то вид шиповника. Шиповники есть такие маленькие, а это кругленькие такие будут плоды. Я их собираю, пью чай.
и еще один ангар. Они все немножко разные. Металл на клепках. То есть столько лет, а каркас все равно сохранился, учитывая то, что какие бомбежки были. Ну, потолок, видите, пробитый. Это, возможно, еще во время войны. Уже заросли швы между плитами. С каждым годом здесь все зарастает больше и больше. Очень красивый кирпич, из которого это все сделано. Он внутри такой дырчатый, необычный. Следы от пуль. Очередной ангар. В листе железа вот прямо дырки. Тут он, конечно, заброшен совсем. По этой балке ездила тележка, видимо, потому что видно, что натягивались провода электрические, торчат вот эти штуки под электричество, которые тут посрезали, тоже было вот то же самое. Видите, остаток остался. Здесь висели еще электродвигатели, видимо, уже стырили. Смотрите, ни на каких клепках это сделано. Как мощно. Очень серьезное сооружение. Смотрите, как интересно, созрела смородина. Хотя в Калининграде вроде бы она еще не созрела. Дальше идет взлетная полоса. Она длиной около 2 километров и очень широкая. А здесь рулежные дорожки и места для стоянок самолетов. Вот это они указаны. И дальше там уже будет море. То есть вот там прямо будет море. Я сейчас пойду, дойду до полосы. Взлетная полоса. У немцев было 2 полосы по километру, а наши ее удлинили и сделали такую широкую. Она просто широченная. ДМБ 1963-1965 или 66. Видимо, тогда ремонтировали или делали эту полосу. Протопал километр по полосе. А сейчас начинается часть, которая была у немцев. Смотрите разницу в плитах. Столько лет, и какие у них были плиты. Какой у них бетон. Как вот так вот, скажите мне. Как такое может быть? Вот это немецкое. Вот то советское. И уложены нормально. То есть немцы не собирались особо сдаваться. Я так понимаю, что они собирались устраивать свое это, тысячелетие Рейха, или что они там хотели. Потому что эти плиты, они, наверное, 1000 лет пролежат. Полоса строилась в 30-х годах прошлого века. То есть почти 90 лет ей. И в таком хорошем состоянии. Я даже видел, здесь садились самолеты спортивные. Налево мне нельзя идти, потому что у меня нет с собой паспорта. Пойду направо к морю. Дошел до соснового леса. Там стоит много машин. Люди отдыхают здесь. Видел табличку, что запрещено разжигание костров. О, муравьи. Муравейник. Даже его не заметил. Здесь так пахнет лесом, сосновым, классно. Совсем недалеко находится море. Это что такое? Похоже на Барбарис. О, мышка дорогу перебежала.
за этим холмом, точнее за этой дюной, уже море. По песку идти очень тяжело, тем более в горку. Да еще и с рюкзаком. У меня воды только 4,5 литра. Потому что здесь нигде воды нету. Я имею в виду пресной воды. О, какая красота. Нет, надо еще одну горочку преодолеть. А вот море. Кораблики стоят, ждут своей очереди на рейде. Яхта. Вот такие необычные растения здесь растут. Колючие, у них такие толстые листья. Копатели яму выкопали. Вот железки какие-то. Это, наверное, они оттуда достали. Ну, посчитали, что они им не ценные. Вот такая красота. Пойду к морю. И никого нету, представляете? Я только в лесу там видел людей, а на море ни одного человека. Хотя на улице тепло, можно купаться. Смотрите, сколько птиц. Они все полетят. А людей совсем нету. Следы от джипов. Людей нет совсем. Вот вам нудистский пляж настоящий. Нуди сколько тебе влезет. Никого. Вот это здорово. Что там с водичкой? Ой, ну просто райское место. Просто райское место. И зачем кто-то там ездит в Турцию куда-нибудь? Посмотрите, какая красота. Берега чистые, нету никакого мусора. Сниму вам сегодня закат. Закат, наверное, будет классный. Только мои следы. Пойду купаться.
Настоящий нудистский пляж. До Балтийска километров 5, до начала косы километра 4. Никого нету, кораблики на рейде стоят, ждут очереди своей. А там дальше Польша, в 30 километрах. Нет ни одного населенного пункта. Ну что, в море? Ах, водичка! Да чем Черное море и Турция? Отличное море. Я не скажу, что теплое, но и черное сейчас не теплое. Нормальное море, градусов 18-20 вода. Отлично. Здесь мелковато. Там в начале косы немножко поглубже начинается. Поближе начинается глубина. Или просто в таком месте нахожусь. Мой рюкзак. А, хорошо. Не, нормально, классно. Пойду ставить палатку. Сегодня остаюсь здесь ночевать. Один. Нет, там люди в лесу есть. Машин там много в лесу стоит. То есть люди в лесу там есть. Ну, видимо, купаться они не хотят идти. Завтра будут бункеры, крепость. Она находится прямо на берегу моря. Сегодня еще покажу вам закат. Самый крутой вид из палатки. Янтарик. Янтарик. Под черной палки его выкидывает. Так просто ходишь, его нету. Янтаря, если просто нету палки, просто камушки, янтарик трудно найти. Вот это может быть янтарик. Вот это янтарик. Вот это янтарик. Может, побольше что-то можно найти? Вот побольше, видите, янтарик. Вот янтарик. Да здесь его полно. Просто никто не ходит, никто не собирает. Просто везде. То есть вот, вот, вот. Вот он, идеальный отдых. Я вообще-то, ну, можно сказать, вегетарианец, но иногда делаю исключение. Решил пожарить сардельки.